В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу беглого банкира Мухтара Аблязова. На каждом заседании всплывают новые подробности крупнейших финансовых махинаций в истории современного Казахстана. Сегодня гособвинение представило суду факты хищения более 8,5 миллиардов тенге и средств БТА банка путем махинаций с приобретением нефтегазового оборудования. Деньги были переведены компании Property Acquisition, которая на деле оказалась фирмой-однодневкой, специально созданной Аблязовым для вывода средств в банка. Кредит выдавался без всяких экспертиз и залогового обеспечения. В итоге оборудование так и не было приобретено, а выданные деньги впоследствии поступили на счет Аблязова в Латвийском банке, обналичены им и потрачены на личные нужды. На сегодняшний день кредит так и не погашен.